Доброго времени суток, друзья! Меня зовут Димон, и я вас приветствую в проекте Joomla Sensei, урок номер 96. В этом уроке мы рассмотрим интересный плагин, который позволит вам заинтересовывать посетителей вашего сайта новыми статьями и материалами. Этот плагин можно скачать на сайте djextensions.com или у нас на сайте, ссылка будет в описании. После скачивания данного плагина переходим в админ-панель Joomla, в расширении менеджер плагинов. Находим плагин под названием Sugar Starlight, заходим в него и выставляем на включено, у кого было выключено. Сохраняем, обновляем страницу. И при перематывании страницы в самый низ сайта у нас вылетает окно с отсылкой на другую статью. Этот плагин не будет работать на странице с небольшим количеством текста, где нету прокручивающейся полосы. Он работает только тогда, когда вы переводите полосу в самый низ вашего сайта. Не пропустите мои топовые продукты по Joomla! В бесплатной версии плагина небольшой выбор настроек, в отличие от коммерческого. Можно выбрать категорию или группу категорий, из которой будет выводиться статья для показа в окне. В Order By можно выставить, как и в каком порядке будет выбираться статья. Далее можно выбрать, в каких пунктах меню будет отображаться данный плагин. Потом можно выбрать количество символов, которые будут выводиться в окне. Здесь мы выбираем анимацию появления и исчезновения окна на странице, а также скорость появления анимации. На этом урок закончен. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые и познавательные выпуски. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse, или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС. 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.